Кто-то очень хотел попасть внутрь. Чуть не снес всю скалу, чтобы только пробраться в дверь. Обнаружено затопление. Рекомендуется эвакуация. Бассейн водослива под угрозой. Бассейн водослива. Это и есть гулкий звон? Похоже на пункт управления. Из-за чего же отсюда пошла вода? Трудно разобрать, но кажется, эта комната забита древними вещами. Может быть, что-то полезное. Голографический интерфейс. Наверное, какой-то шифр. Может мне просканировать объекты в этой зоне? Сбой заборной башни. Дренажная система отключена. Это, скорее всего, плохая новость. Большая часть комплекса под водой. Как это произошло? А вот и наш диверсант. Внутрь-то он пробрался, а вот выбраться уже не смог. Расположение замков. Очень кстати. Сильное течение. Ведь не получится. Видимо, здесь прошелся тот азиат. Не расшибся? Ты? Прямо дар судьбы, подруга? Уж думал, огонь в моем горне угас. И я вместе с ним. Но нет, не-а. Только не Гилдун. Ну, хорошо. Погоди, давай-ка сначала. Что ты вообще здесь делаешь? О, прошу прощения. Привык говорить сам собой, а себе-то можно излагать в любом порядке. В этом хранилище есть артефакт, который мне просто необходим. Но, как ты заметила, дверь не открывается. Я взял одну из этих круглых штуковин со стены за дверью и... глухо. Я решил нажать там одну кнопочку. Еще хуже.
Мой невинный вроде бы эксперимент привел к тому, что комнату слегка затопило. Ну, я еще понажимал кнопочку, возможно, с излишним рвением. Искры и дым. А пришел-то я сюда с целью осмотреться. И мои осторожные шаги, возможно, стали одной из причин обвала моста. Когда мост стал рушиться, я, возможно, слегка торопясь, обронил ту дурацкую круглую штуковину в воду. Когда я пришел к мысли бросить эту затею, дверь за... Ты говорил... О, да. Это хранилище. Причудливое. Я лишь однажды видел подобное. Я помню, как... И... О, да. Я так давно мечтал так... Чтобы попасть в хранилище, надо найти еще... Вот как? Моя героиня. Можно считать... Ты же вроде уронил... Ну... Признаю, это добав... Ты нашел кнопку, которую... По чистой случае. А потом ты ее... Так же! Насколько я понимаю, без кнопки воду не перекрыть. Это хранилище забито от пола до потолка. Ты удивишься, найдя... Итак... А в моих руках... Ладно, Гилдун. Две пары рук, подруг. У нас за спиной пара огромных ворот. Но! Сдается мне их... Ну что ж, тогда приступим. Да, приступим. Вон там, подруга. Видишь вентили? Пора поработать руками. На той стороне еще один вентиль, он фиксирует ворота. Если тебе не трудно, переберись туда. Окажи мне честь. Это мне напомнило, как я шарил неподалеку от шлюз. Каменных руин, какой-то небес, шириной озера. Только мальчик, уровень 13. Чудесно, ты добралась! Хватайся за вентиль и крути! Сейчас. Еще немного, и я смогу сдвинуть эти треклятые ворота. Есть! Теперь можно опустить ворота. Ты права! Так, как только я опущу ворота, тебе нужно будет еще раз повернуть вентиль. Надо их зафиксировать. Одни закрыли. Пол дело сделано. Займемся вторыми воротами. Лестница – редкая, особенная вещь. Она доведет тебя ровно до того места, куда тебе надо попасть. И не шагом дальше. Вентиль от вторых ворот наверняка где-то наверху. Только вот как туда забраться? Можно запрыгнуть на ту шаткую ржавую платформу. А оттуда поискать путь наверх? Хороший прыжок! Хороший? Что я говорю? Изумительный! Я никогда не видел, чтобы так пренебрегали своим здоровьем. Спасибо. Наверное.
Ты уже рядом. Просто перепрыгни на ту сторону. А, ты прямо надо мной. Просто опусти лестницу. Поберегись. Нам уже не впервой. Так что это будет проще, чем свалиться в яму. Возьмешь на себя вентиль на той стороне? Если с этой стороны все точно так же, надо поискать входной туннель. Да, вот так шарится мне по нраву. Тысяча маленьких задач. Ну да, Гилдун. Давай, Гилдун, крути вентиль. Не получается! Они слишком тяжелые. Глянь у меня за спиной, нет ли там чего-нибудь большого и сломанного. Противовеса отвалился кусок. А если залезть? Может, моего веса хватит, чтобы его опустить? А, держись! Я сейчас, есть идея! Надо забраться выше. Можно залезть по обломкам. Я теперь только этим и занимаюсь. Я не могу запрыгнуть на противовес отсюда. Но, наверное, можно забраться повыше. Вниз. Есть шанс спрыгнуть. Как ты лихо скачешь с одной ржавой развалины на другую. Прямо сорвуешься. Вода еще осталась, но сойдет и так, правда? Итак, где же кольцо?
Хороший вопрос. Но теперь можно лезть в воду. Щелкозуб! Это щелкозуб! Очень-очень большой щелкозуб! Я вижу, Билдун! Очень большой! Большущий! Просто отойди подальше! Узнаем, когда я его завалю. Ты был прав. Эта штука проглотила кольцо. Атриция никогда меня не подводит. Хотя иногда выбирает довольно извилистые пути. Эти трубы ведут в другое помещение. Неважно. Вперед, хранилище! Тропеем! А что у нас там? Тоже сокровище притечь? Это место полно сюрпризов. Может, заглянем? Ты же хотел залезть в хранилище. Вода опустилась уже достаточно, но... Может, попробовать выпустить ее всю? Трубы, винт. Ладно, теперь направим поток в нужную сторону. Хотя я и люблю всякого рода сложности, но... Кажется, для меня это немножко чересчур. Не волнуйся, я разберусь. Услада для моих ушей. Каждому делу свой инструмент. Как говорится, никогда не вкручивай шурупы кайлом. Не помогло. В воде некуда течь. Не совсем так. Что-то не то. У тебя способный ум, подруга. Ты подмечаешь все тонкости. Я вот нет. Только не старина Гилдун.
Вода-то течет, только не туда, куда надо. Ну вот, теперь вроде все. Пора назад, посмотреть, ушла ли вода. Получилось? Ха-ха, разумеется. Нет такой загадки, которой ты не подобрала бы разгадки, верно? Дверь открылась. Видимо, она загерметизировалась при затоплении. Видимо, он ведет на нижний уровень. Тут воняет. Запах. Так же пахнут кузни в жиле поутру. Во! Посмотри! Можно просто долбить по этой трубе и... А можно сэмплов нарезать? Да легко! Вот сразу после... Ой, извини. Секундочку. Лора, мне нужен перерыв. Лора... Скорее бы! Почти пришли! Скоро я буду смотреться в зеркальце, как когда-то вместе с мамой. Обалдеть, сработало! Я-то думал, тряхнулась, водишь руками по воздуху. Лишняя тяжесть. Померещилось? Такое не может померещиться. Не два же раза подряд. Гилдун? Все нормально? Я правда видел его. Зеркало. Видел же. Вон там, в окне. Оно? Ну да. Игра света. Обманулся. Мне жаль, Гилдун. Похоже, для тебя это было важно. Ну, как? Не больше, чем любой другой артефакт из мира Притеч. Ничего. Тем более, главное не результат, а процесс. Для того-то ведь мы и шаримся. Для азарта, а не осколков.
И ведь славно пошарились, а? Клянусь великим горном, на всю жизнь запомнится. Ну что же, нам ведь нужно что-то там починить. Вот теперь стало намного красивее. Что это значит? Это значит, сработало. Клянусь горном. Ты просто чудо! Часто это слышишь? Рискну предположить, что да. Ну да, слыхал разок-другой. Ох, какая скромница! И знаток искусств притечь, мастерица всей жили на зависть и еще скромничает. Я же не одна все сделала. Нет. Не одна, конечно. Куда ты дальше? Вернешься в жилу? Ты что, хочешь, чтобы я лишил грань песни такой истории? Да не в жизнь. Я тут немного побуду. Но историю должны излагать все участники. Приходи, скажи свое слово. Бассейн водослива осушен. Внутренние помещения доступны. Ну, ущерб иди. Минимальный. А я похоже, еще немного понежусь. В лучах надо сходить посмотреть. Уфа. И добралась до гулкого звона. Звук стал громче.
Насчет звука она не шутила. Ты снова играешь? Тебе это удалось. Вода пронеслась быстро, как спетая песня. Тебе нравится моя музыка? Никогда подобно. Потому что нигде больше не найти места с таким... Конечно. Нет, спасибо, что осушила. Прошу. Посмотрим, что сыграть дальше. У мокрых камней другой звук. Испытание пройдено. Наверное, тут вход в эти руины. У меня иней на зубах.
синий самоцвет. Заберу его, пожалуй. Я высоко забралась. Тропа шамана должна быть, видимо, о таких метках говорил Мал. Каждая метка указывает на какую-то другую, задает направление. Не сюда. Заходим. В какую сторону? Может, метки будет видно через визор? Если есть еще, визор поможет найти. Ага, визор видит метки. Не туда свернула. Тупик. Ну, хоть нашла что. Еще одна метка. Хорошо. Выход не здесь. Зато нашла снаряжение. Ладно, значит, в ту сторону. Не в ту сторону. Не сюда. Но тогда куда же? А, понятно. Наверх. Ловче. Надо быть осторожнее.
Надо идти назад. Ну, не без добычи. Пещера кончилась. Что там дальше на этой траве? Вот этот мост. Чтобы перебраться, нужно пустить сюда воду. И как перебраться? Ладно, вниз.